Сегодня мы будем с вами говорить о том, как нужно рассчитать кубатуру бассейна, котлована или ямы. Например, допустим, да, к примеру, взяли коробку. Допустим, данная коробка это бассейн. Вот ширина, вот длина, и вот глубина. Для того, чтобы найти кубатуру, нам нужно перемножить длину, ширину и глубину. В ответе мы получим кубатуру данного бассейна. Отметим единственный один момент. Например, если мы хотим рассчитать кубатуру грунта котлована, например, допустим, это котлован, то тот же самый находим по тому же принципу. Но есть один момент. Это будет уже кубатура уплотненного грунта. А если, например, если нам нужно рассчитать, например, сколько самосвала понадобится, чтобы вывести данный грунт, то надо будет рассчитывать по другому принципу, так как после выкопки котлована грунт разрыхляется. И примерно 7-8 кубов уплотненного грунта бывает равным где-то 10 кубам.